Максим Меркулов. Ось, Максим. Когда народ не идет в науку, наука идет в народ. 15-4 внесло цей дух в це старе місце, і воно по-новому, новими фарбами, новими силами дає надію нам на краще. Я цього давно чекав. Здесь нет сети, нет интернета, но как бы, извините, вам придется общаться между собой. Главное, чтобы на этом фестивале, что я много нового узнал, общаясь с людьми. Я узнал про военный бункер, который находится где-то в Крыму. Когда мы отправились за замок, на холм, мы там поставили телескоп и смотрели на звезды. Вот это было невероятно. Я такого неба не видел, наверное, с первого класса, когда я жил в своем маленьком городке. Часть людей в первую ночь даже спали на улице, просто под открытым небом, в спальниках, чтобы смотреть на всю эту красоту. Я узнал про то, почему случилась авария на Чернобыльской электростанции. Узнал о том, как делается современная авторская анимация. «15-4 от Роков» — это отличная возможность погулять по просторным горам, послушать интереснейшие лекции, познакомиться с восхитительными людьми и просто отдохнуть на природе. Это очень объединяющее такое мероприятие, которое в итоге дает очень-очень много плодов. И это все помимо лекций. А еще были сами лекции, которые я слушал. Так что фестивали – это очень круто. В следующий раз на Трокове 2017 мы учтем предыдущий опыт и подготовимся к тому, чтобы нести науку гораздо лучше. Если, проснувшись с утра, ты хотел бы обсуждать квантовую физику за завтраком, на обеде, гуляя по старинному монастырю теории сознания, вечером прослушать 4 15-минутные лекции на самые разные темы, а ночью наблюдать в телескоп за звездами, приезжай к нам на фестиваль науки в Отроков. Обед в час, да?